Легенді організували цей івент, цей фестиваль здоров'я. У нас просто зараз Венешишня Кумар вже готовий дати свою лекцію, поділитися своїми безцінними знаннями. Він є спадковий лікар Аюрведи, засновник клініки Шива Аюрведи в Індії. Тема у нас звучить сьогодні як панчакарма, перевірена століттями методика по очищенню, оздоровленню та омолодженню організму. Тут можна привітати його трішки оплесками. І ми прокинемося і Андріями. Пані Анастасія Андерсон, спочатку передаю вам слово. Дуже дякую. Всім доброго ранку. Дякую, що ви в таку погоду не побоялися прийти до нас. Мене звуть Анастасія Андерсон, я організатор приїзду цих докторів з Індії в Україну. І сьогодні ми вам розкажемо, що таке панчакарма і що таке йога-терапія, як вона може покращити ваше здоров'я. Панчакарма вважається одним із найефективніших методів для детоксикації організму. І якщо у вас буде якісь запитання, можете задавати. У нас сьогодні чудовий перекладач Євгеній з дуже великим досвідом роботи в медицині, в аюрведі. І доктор з радістю вам це розкаже. Якщо якісь організаційні питання, ви захочете потім до нього щось там, приватні питання задати, ми зможемо після лекції, щоб не затримувати. Ми будемо в Києві до 8 жовтня, і ми провели вже 5 панчакарм в Україні. Почали в травні, провели в Києві, в Івано-Франківську, Яремчі, потім знову в Києві, потім в Івано-Франківську. І я можу від себе сказати, що це доктора від Бога. Вони лікують не тільки на фізичному плані, вони лікують на всіх планах. І змінюється життя у деяких людей. Приходять нові проєкти, відвалюється щось старе. В мене дуже, приватно в мене дуже покращилося здоров'я. І я дуже рекомендую тих лікарів, як, я питала в них, яка в них спеціалізація, в них є спеціалізація, але це лікарі, які, в принципі, лікують все, навіть і ракові хвороби, навіть профілактику ковіду, після ковіду, жіночі хвороби, жіночі, там, після вагітності допомагають і так далі, і так далі. Тобто я дуже вдячна цим лікарям, що вони тут в Україні, і передаю слово доктору Вену. Добрий день. So very good afternoon to all. І так, доброго дня всі. Good afternoon. Доброго дня. So man only left with the energy, nothing else. The money, the food, the accommodation, everything is surrounding us. Насправді, єдине, чого бракує людині, це енергії. Тобто у нас є все, гроші, є якісь технічні досягнення і так далі. So we need only energy. So, і також потрібна ваша енергія. Як краще, українською чи російською? Українською, класно. Окей. Якщо... So this... я знаю, що цей клімат, він дещо специфічний, не всі його сприймають. But I'm so happy that you are cleaning a lot, you're all here. Але так чи інакше, не дивлячись на такі умови, я дуже радий всіх вас тут бачити. So from my bottom of the heart, I should welcome you, all of you, for this session. Із самого глибин свого серця я щиро вас всіх вітаю тут. Also I introduce my colleague, Dr. Meera. Я теж дуже радий представити свою колегу, доктора Міру, Мікера Міру. She's also part of this program. Вона також є активною учасницею цього проєкту. And also coordinator Anastasia Anderson. А також нашого координатора, пані Анастасію Андерсон. And for my next 1 hour, my better half, this man also, I welcome. І також я хочу подякувати перекладачі.
Okay, somebody of you know about Panchakarma, the practices and some of the knowledge about Ayurveda, Panchakarma. Старші наші, я думаю, що у вас є вже певні знання з аюрведи та панчакарми, я сподіваюся на це. So I want to remove all the things for next one hour. So we'll have a very fresh thought about panchakarma. We think about the new aspect of panchakarma, not the old knowledge. Але так чи інакше, дозвольте мені відкрити зовсім новий, свіжий погляд на панчакарму. Забудьте про все, що ви знали, і відкрити себе для нових знань. So anybody of you took panchakarma before? This group? Є хтось присутній, хто вже робив панчакарму тут? 2, 3, 4. So I hope I have a lot of answers from you people. Next session. То я думаю, що ви зможете відповісти на багато запитань з цього приводу, да? Then I have some questions to these people also. Тому що в мене є власні запитання до вас, власне. Alright, so we'll come to the topic now. So Ayurveda has two types of treatment. We can broadly classify treatment as two types. І так, ми можемо поділяти два різновиди аюрведичного лікування. One is actually giving medicines and correcting the problems. Second is actually eliminating the toxins and clearing the problems. І так, перше це лікування за допомогою ліків, а друге це намагання зменшити вплив токсинів у нашому тілі. So the panchakarma comes in the second part of this treatment. That means to clearing all the toxins, what are the waste products and bad energy, everything expelling out of the karma. That is called panchakarma. Таким чином ми можемо віднести панчакарму саме до другої категорії, яка працює з цією сферою зменшення впливу токсинів в нашому тілі. So panchakarma broadly means five types of treatments or five types of procedures to clean, to eliminate the toxins from different parts of the body. Таким чином, якщо широко інтерпретувати цей термін, панчакарма означає п'ять різновидів зменшення впливу токсинів у нашому тілі. So before that, you should know, like, what we are expelling out from the body? Is there how the toxins coming into the body? That's a big question we are facing always. І перш за все, ми маємо для себе з'ясувати, яка природа цих токсинів, як вони попадають в наше тіло і як вони виходять з нього. The toxin doesn't mean, see, the body is a, it's like a machine. It's like it's working all the 24 hours into 7 days, completely working. І в певному сенсі ми можемо провести аналогію з тим, що наше тіло, власне, є машиною, яка працює 24 години на добу. It's something like you drive a car for 100 kilometers, 300 kilometers, 500 kilometers, then you need a check-up. The oil is correct, the fuel is correct, is the tires, air is correct. The same procedure, we have to stop the car for some time, then we have to all the time, we have to stop it and check everything should be correct. І ще одну можна провести аналогію з тим, як ви обслуговуєте свою автівку. Да? Тобто ви проїжджаєте певну кількість кілометрів і потім ви маєте вже піти на сервіс, щось замінити, щось відновити, щось відремонтувати. Same thing, if you are not stopping the car, not doing the check-up, if you keep running the car for a long time, that's the time car will stop automatically, it cannot run. Але якщо ви довгий певний час уникаєте цього обслуговування своєї автівки, то це може погано закінчитись і машина вже не буде працювати належним чином. So this is like, we'll see the what the asset of panchakarma means five types of treatment, then we'll see what are they. Таким чином, як ми зауважили, панчакарма загально може інтерпретуватися як п'ять різновидів очищення або лікування. So it's called Vaman, Asti, Nasya and Ratta Moksha. So this, they have each has their own meanings, but that meanings I will tell you later, in the upcoming slides I will tell you. І звісно, що вони мають певне специфічне значення, але ми повернемося до цього щойно пізніше трошки. So, first we'll see about Vamana. Але давайте зупинимося зараз на Вамані. See, Vamana is a, like, it's an emesis therapy, that means it makes the patient to vomit. Це є
Да, это означает лечебная рвота. So vomiting in the sense means like it has more role in the upper respiratory tract. То есть, безусловно, это связано с верхней респираторной системой дыхательных путей. Especially the problems which is more located from the above this area. То есть, в особенности все то, что концентрируется в верхней части нашего тела. This has treatment for this vomiting therapy. То есть, вот с этим, собственно говоря, имеет дело вот эта терапия vomiting. So this is almost the procedure we perform vomana. And вот это именно так приблизительно выглядит, как на картинке. And the person have to vomit. This is not the first day. There are a lot of preparatory steps. After preparatory steps. Но это не делается сразу, не с первого дня. То есть существует определенная предварительная процедура, через которую пациент должен пройти. And for example, how the vomana? Because most of the cases, vomana will be have more results, especially in the skin diseases. И в особенности она эффективна при всевозможных кожных заболеваниях. And the diseases which is related to the lungs. А также с заболеваниями, которые связаны с системой легких. Some of the asthmatic diseases. Такие как астматические заболевания, астма и прочее. And a lot of psoriasis, eczema. Они также связаны с лечением таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема. In these cases, vomana has a wonderful result. То есть именно в лечении такого рода заболеваний вам наиболее эффективно. And let's see what vomana give you after the vomana karma. We can see. И давайте посмотрим теперь, какие, собственно, положительные симптомы мы можем наблюдать после использования данной терапии. So when the upper respiratory tract is normal, it is clear, you feel a total lightness. Таким образом, естественно, что если вы очищаете легочную систему, то person, the voice will be very clear. В первую очередь это отображает чистым. I feel good appetite. Также это способствует улучшению вашего аппетита. And also, the very important way we do, when a poisonous bite or a person took poison knowingly or unknowingly, so vomana is the first therapy we perform to remove the poison. И также следует отметить, что самое лучшее неопожное средство, если, предположим, вы были или кто-то был укушен каким-то ядовитым или насекомым и так далее, или же осознанно или неосознанно получил отравление, то есть она является первым неотложным средством вот в такого рода ситуации. So vomana is more actually in our generally apart from all the things, vomana is more effective in the skin diseases. Но также следует отметить, что vomana является одной из наиболее эффективных терапий при заболеваниях кожи, как мы уже говорили. And the next procedure is called virechana. Следующее, что мы разберем с вами, называется virechana. It's a medicated, we can call it as a medicated purgation. Таким образом, мы можем назвать это медикаментозным слабительным, да, промыванием кишечника. So the problems or the disease which is just below the chest and just above the navel. То есть, таким образом, это включает в себя вот эту часть, которая находится ниже грудной клетки и чуть выше пупка. In this case, this virechana is more effective. Она наиболее эффективна вот именно при тех проблемах, которые сопутствуют вот этой части внутренних органов. Also, it relieves the serious level of constipations. Также она помогает при запорах. And it is very good for especially jaundice, hepatitis. Очень эффективно гепатитис, and what else? Hepatitis. And what else? Jaundice. И при желтухе и гепатите также. And some type of inflammations. А также при различного рода воспалительных процессах. And therefore, this virechana is more effective in the people who lives the country Ukraine. Excuse me. The Ukraine, this is more effective treatment before. И мы, собственно говоря, обнаружили на опыте, на практике, что эта терапия очень подходит жителям Украины. Because most of the cases we found потому что мы обратили внимание на то, что огромное количество людей здесь страдает от заболеваний желудочного кишечного тракта, от проблем с желчным пузырем, с печенью и так далее.
So we have seen two of the procedures. One is called vomiting therapy, we can call, other is called purgation therapy. Итак, мы с вами вот сейчас обсудили уже два вида терапии, составляющих панчакармы. Первое – это медицинская работа, второе – это очищение желудочно-кишечного тракта. So now we have finished two of the very important parts of this therapy. Now we'll go into the third, the second very important therapy. И сейчас мы переходим еще к одной очень важной виду терапии. Called Bhakti. Которая называется Bhakti. Bhakti is called the jewel of Ayurveda. Иногда эта терапия именуется как особый драгоценный камень Аюрведы. In my experience, I have almost like 13 years experience in the field of Ayurveda. Я лично обладаю уже порядка 13 лет опытом в Аюрведе. I born and brought up in Ayurvedic family. My parents are Ayurvedic doctors. И более того, я отношусь к семье потомственных аюрведистов, такой своего рода аюрведической династии, то есть мои родители специализируются. I found something more effective. Maybe we can come back to the effect of steroids, antibiotics. That is called this Bhakti. И вот я бы сказал, что это очень здоровая альтернатива стероидам и антибиотикам. And we have found and have got tremendous results with this treatment. И мы достигли очень потрясающих результатов, использовала именно вот эту практику терапии. It's like a medicated oil or medicated decoction will be administered to the anal route. Таким образом, это особые как бы клизмы при использовании целебных масел, насыщенных всевозможными травяными отварами, смесями, микстурами и так далее. It has regenerative effect. It has got curative effect. It has got like a nourishing effect. It has got many effects, this Bhakti. Regenerative, nourishing. Curative. Curative, да. То есть, таким образом, она обладает свойствами регенерации, насыщения и вообще, как бы, скажем так, некой балансировки. And improving sexual health. Также улучшает сексуальное здоровье пациента, насыщение всему телу. And problems with the uterine channel, infertility. Также может помочь при бесплодии, при заболеваниях, связанных с мочеполовой системой. Таким образом, можно получить огромное количество позитивных результатов от этого рода терапии. So it is something like that, as what we study in Ayurveda. When you have a plant there, if you give proper water at the root of the plant, how the plant nourishes. The same like Bhakti works. То есть мне хотелось бы привести такую наглядную аналогию. Это подобно поливанию корня растения. Если вы хотите насытить растение, вам необходимо поливать непосредственно его корни. То есть такой же аналогичный эффект дает этот вид терапии. This is simply amazing. So that это совершенно удивительно. So the result. It has got a lot of result. Actually, we cannot explain within an hour or two hours. И дело в том, что количество позитивных симптомов или эффективности этой терапии столь велико, что нам едва ли хватит часа целой лекции, чтобы описать все из этого. You can see some of the diseases like chronic constipation, low back ache, sciatica, rheumatism, gout, arthritis, hemiplegia, polycystic ovarian disease. What is PCOD? Polycystic ovarian disease, cyst. Okay. Alzheimer's disease, Parkinson's, multiple sclerosis. Mm-hmm. Like the number will be continue like anything. Да, то есть вы видите список заболеваний, хронические запоры, также боли в области нижней части спины, радикулит, ревматизм, подагра, артрит, хемиплегия, также заболевания кисты в яичнике, заболевания Альцгеймера, заболевания Паркинсона и всевозможные виды склерозов. And this is about Bhakti, and the last portion of Panchakarma we talk about Nasya. И вот теперь мы подошли к последнему части, это Nasya. For doing this, actually you don't need to go to the hospital. So this can be all of you, because
this can be used for your improving your health. You can do by yourself. И вот этот вид терапии, он не требует от вас того, чтобы вы шли куда-то в клинику. Вы можете сделать это совершенно самостоятельным образом. So this is actually Ayurveda says, nostrils are the openings to the head. И более того, Аюрведа подчеркивает, что носовая полость это фактически врата к нашей голове, к нашему мозгу. So this will be work for if you have some memory loss, if you have the problems with your eye, you have problems with the lojja, the problems with the ears, everything. То есть все, что находится в области головы, то есть если у вас есть проблемы с глазами, с лбом, с челюстью, с ушами, носом, это все принесет свой позитивный эффект. And I will tell you a small thing actually like you can do by yourself. So every day morning, maybe after you brush your teeth. И вот, например, я хочу поделиться таким небольшим секретом с вами. Каждое утро, очистив зубы. Maybe you can take two drops of ghee. Вы можете взять буквально пару капель топленого масла ghee. There's a one who is selling good ghee. You can buy from there. Вот здесь я видел, продает достаточно хорошего качества ghee. Вы можете приобрести. Just to take two drops ghee, make it warm. Двух теплых, слегка теплых капель ghee. And drop in each of your nostrils. И таким образом вы можете закапать в каждую ноздрю. This will be very effective in many aspects. И это будет достаточно эффективно во множестве аспектов. This will keep you away from the allergy. В первую очередь, это будет хорошая защита от аллергии. And it will be prevent your hair fall. Более того, это будет способствовать тому, что вы не будете терять волосы со своей головы. Also, it will not make you more. It will make you more away from all the type of infections. Infections, different types of infections. Да. Более того, это будет защита от всевозможных инфекций. You can do this as a practice in your home. This will be very effective. Вы можете делать это непосредственно дома, это будет достаточно эффективно. If anybody from you come and join, I can show you practical how to do this. И более того, not если кого-то заинтересует, можете. You can sit, I will show you how to do this. Да, вы можете потом, я так понимаю, чуть позже подойти ко мне, я непосредственно покажу, как правильно проводить этот вид терапии. Пожалуйста, кто-нибудь, есть ли желающие? Пожалуйста, подходите. Подходите. Сейчас покажу. Right now. Just showing. Мы только покажу, мы не будем делать, я просто покажу, как это делается. Пожалуйста, подходите. Пожалуйста, садитесь. Сюда. Is it visible for all? All of you can visible? Yeah. Okay. So first, actually, you don't need to lie. Во-первых, нет необходимости быть в лежачем положении. If you lie, you need assistant. Потому что если вы лежите, вам нужна будет помощь. It actually you can do by yourself. Если же вы делаете это в сидячем положении, вы можете произвести это самостоятельным образом. Okay, always make like this. Вот таким образом вы можете наклонить назад. Немножко расслабьтесь, пожалуйста. Do like this. Сделайте вот таким. The nose should go up. Таким образом, ваш нос должен быть направлен вверх. You sit comfortably. Вы должны достаточно комфортно себя чувствовать, расслабленно. And close your own nose first. Вначале закройте свой собственный нос. And by other nose you can drop oil like 1-2. И в то время как в открытую ноздрю вы можете капнуть пару капель. Then take a long breath like. Затем сделайте длинный вдох. Take a long breath. Сделайте длинный вдох. Open. Откройте рот при этом. Change your hand to the other nose. И потом, сделав вдох, пожалуйста, закройте другую ноздрю, поменяйте их местами. And again put the other two drops. И туда вы можете закапать две капли ги. И опять делайте то же самое, делайте длинный вдох. So it will take hardly 2 minutes. Это буквально 2 минуты у вас займет. Then again take couple of long breaths.
и опять сделайте пару длинных вдохов. Then slowly you start to feel that taste of ghee in your mouth. И постепенно вы будете чувствовать этот вкус ghee, проникающего в вашу ротовую полость. Means you have to take continuous breath till the taste comes to your mouth. То есть фактически вы должны продолжать дышать до тех пор, пока вы не почувствуете вот этот вкус своей ротовой полости. Once it comes, you can understand that this is successfully finished. То есть если вы это почувствовали, то это будет указывать на то, что процедура проведена правильным образом. Хорошо. Thanks for your good name. Спасибо огромное за помощь. Как вас зовут? Thank you. Please. So This practice is simply don't need anybody's help at your home. You can do by yourself. Эта практика, она не требует какой-то дополнительной помощи от кого-то. Вы можете производить ее совершенно самостоятельным образом. Two things is very careful. One is actually you have the ghee is slightly warm. Ага. И более того, тем не менее, нужно быть осмотрительным. То есть ги должно быть слегка теплым. Okay. И вы не должны переусердствовать с количеством капель, их должно быть не более двух. If you start more than two drops, actually you have to increase every day. So that is not acceptable. Потому что если вы начнете с большего количества, нежели две капли, вам придется увеличивать каждый раз это количество с каждым разом. You can do it anytime, even after your work or. И вы можете делать это абсолютно в любое время, сразу после работы. Preferably every day morning is we recommend. Но наиболее предпочтительным остается утренние часы. Okay. Хорошо. This is one of the very rare practice in Panchakarma. This is not very common. И сейчас мы переходим к такой достаточно экзотической практике Панчакармы. Она не так уж широко распространена. It is one of the surgical procedure we perform in Panchakarma. То есть фактически это некое даже хирургическое вмешательство, но тем не менее это один из видов Панчакармы. Called rectamokshana. И именуется на санскрите эта практика как рактамокшана. That means the body is circulating with the toxins bloods. We have to make some cut and make the impure blood out. То есть таким образом это своего рода кровопускание, потому что мы прекрасно понимаем, что токсины в конечном счете попадают в нашу кровеносную систему, и при помощи кровопускания, различных видов кровопускания, кровь очищается. For this, we normally use different methods. И существуют совершенно разные методики. One is used with a leech. То есть один из них это при помощи пиявок. One is with small needles. Другой при помощи очень тонких таких иголок. And we have some other instruments to suck the. Apart from. И есть совершенно специальные инструменты там от дорогов и так далее, тоже такие экзотические. So this is the leech we were using in the local area. Итак, здесь в данном случае используется, как вы видите, пиявка. So there is a reason why we are using leech. That's very important. То есть есть некое обоснование тому, почему именно пиявки используются. Leech has a limited limit. Leech can take only limited quantity of blood from your body. Почему? Потому что пиявка, она по своей природе, она способна лишь только определенное количество крови высосать из вашего тела. It is not painful. И это не настолько болезненно. It is 100% safe. И это абсолютно безопасно. And also very good. И имеет благоприятный эффект. And also so one more thing is when leech was taking blood, when the leech sucks impure blood, you won't feel pain. И более того, когда она будет отсасывать загрязненную кровь, то вы не почувствуете никакой боли при этом. When the leech start to suck the pure blood, you start to feel pain. Но как только пиявка будет пить чистую кровь, то вы почувствуете болевой эффект. The hardly leech cannot take more than 10-15, maximum 10-15 ml, maximum a leech can take. Milliliters. Yes. Да. То есть, как правило, потребление крови пиявкой ограничивается 10, максимум 15 миллилитрами крови. And this has, we have a special type, this does not have any poisonous, is very good for the human body. Да, и это определенный вид пиявок, который абсолютно не является
носителем никаких ядов, то есть это совершенно безопасно для тела. And this has especially pigmentation scar. То есть мы видим, что достаточно эффективно это при пигментации, различного рода шрамах, ранах, также псориатик артритис, подагренный артрит, псориатический артрит. And some pigmentation, skin disorders, eczema, allergic dermatitis. Атопический дерматит, всякого рода воспаления, аллергии, заболевания кожи, такие как экзема, аллергический дерматит. And this disease about finished panchakarma means we talked about vomiting therapy, we talked about purgation therapy. Итак, мы с вами обсудили терапию, связанную с медицинской работой, с очищением желудочно-кишечного тракта. We talk about like Basti therapy. Мы также обсудили терапию под названием Basti. And we talk about Nasya, nasal medication therapy. И Nasya это была одна из последних тем, которая была связана с очищением носовой полости. We talk about ectomorphin therapy. И также мы обсудили вот этот вид экзотической терапии рактомокшана, то есть очищение крови. There are three things when we connected with the doshas. There are three things we have to understand. Vamana, that is vomiting therapy, is useful for kapha. Итак, например, для каждой конституции есть определенный предпочтительный вид терапии. Например, например, медицинская работа предписывается при конституции капха. Virechana therapy is good for pitta. Virechana терапия благоприятна при питте. And Basti therapy is good for Vata. И Basti терапия предпочтительна при конституции Vata. So these therapies have a separate role in each and every dosha. That is what we explain. То есть фактически каждая терапия подразделяется для каждой доши. Это то, что я хотел донести. Normally for an Ayurvedic consultant, an experienced consultant, he can check when he check your pulse. There are some different pulses we will get. That means the pulses are based on the doshas. То есть фактически опытный врач аюрведист должен вначале провести пульсодиагностику, при помощи которой он способен определить, к какому виду конституции вы относитесь. It's something like we have mentioned is something like this crawling of the snake. То есть, например, есть различные виды пульса, как, например, один из них описывается как ползание змеи, например. Jumping of the frog, we say. Или же прыгание лягушки. So based on the pulse line, we can find is there any abnormalities with any doshas. То есть фактически просто вот по определению какой вид пульса наличествует у пациента. Можно определить его конституцию, его доши. So this technique we use for when experienced doctor of this technique use for easily find out the dosha imbalance in the body. То есть фактически опытный врач аюрведист, он именно используя вот пульсотерапию, способен пульсодиагностику, способен определить какой вид конституции наличествует. Can we check some pulse now? Вы хотите, может быть, мы проведем по пульсу? One, two, maybe two people, one man and one woman. Хорошо, один мужчина, пожалуйста, и одна женщина. Доктор Могу. Welcome, Dr. Mira, for this session. Доктор Мира будет нам ассистировать также. Пожалуйста, садитесь. So this technique is not so easy. For example, это достаточно сложный вид техники. A doctor from the West, European doctors will check and they say only the numbers. Потому что, ну, западные врачи, они как правило могут только подсчитать количество ударов. For an Ayurvedic consultant, the important is rhythm, not the number. Но для аюрведического врача важно не количество ударов, а вид ритма, который наличествует. So always we consult if the rhythm is our important. If the rhythm is improper, then we can understand what type of imbalance he's having. Потому что если идет
как бы нарушение ритма, мы сразу же понимаем, что есть определенные проблемы, и мы их можем диагностировать. What's your name? Как вас зовут? Валентина. Okay, Valentina is now ready for the small pulse check. Ready? Итак, Валентина готова к курсу диагностики. Небольшой такой. Okay. Just 30 seconds to 1 minute is required for this test. Это буквально займет минуту. Нет, необходимости, да, это просили врача. Relax. Расслабьтесь. So, it was the findings was actually the problem is connected with the pitta. То есть мы определили, что есть определенные проблемы с питой у вас. And pitta can be connected with the imbalance of pitta can be make hormonal imbalance. И это, в свою очередь, может отразиться в гормональном дисбалансе. And body temperature variations, anxiety. Body temperature variations, anxiety. Ага, temperature variations. The temperature variations, да. Anxiety. Это также anxiety, right? Anxiety, depression. Это также может отразиться в изменении, колебаниях температуры тела и в ощущении беспокойства. Чувство беспокойства. So she may request to drink some coriander crushed and can be boiled with the water that can и, например, мы бы вам посоветовали сделать отвар кориандра и пить его. Also this will be correct the pitta a little bit. Это может несколько сбалансировать питу. Может be 1.5 liters every day with the crushed coriander boiled water. You can take 10 grams of coriander. То есть 10 граммов кориандра, его нужно измельчить. And boil it with one and a half liter water. One and a half liter water. Да, полтора литра, на полтора литра воды. Такой вот вы должны сделать отвар, прокипятить. So, how much should the dosage should take daily and how long? How long? See, she can continue this for a month. First. В течение месяца. В течение месяца. Okay, to balance little bit pitta. Чтобы немножко сбалансировать питу. This is not the curative aspect, this is the maintaining aspect we are saying. This is the maintaining aspect, to maintain this balance. То есть фактически это вот как бы для, просто для балансировки. Для балансировки. Okay. So I thank you, she's very energetic. Спасибо, вы очень энергичные, спасибо вам. One man. Еще один мужчина, пожалуйста. Your good name? Как вас зовут? Дмитрий. So these three fingers are very important. Итак, вот эти три пальца являются очень важными. See, we find out actually three different doshas in these three fingers. То есть потому что в них сосредоточены фактически три доши. The pressing should not be very hard. И необходимо отметить, что надавливать нужно не слишком сильно. So this will be impulse. This pressure will be like this is a water. For example, I'm saying water is going like this. Предположим, when, вода вот так вот течет. When we press this, it will be having to give a pressure, reverse pressure.
See, if it's a flow, it's a flow of blood. Предположим, это вот как течение. So we press there, it will give a reverse pressure. So by the pressure, the depth of the pressure, we will get the rhythm. То есть таким образом, надавливая слегка, вы должны ощутить ритм. From that we identify the dosha or the abnormality. И потом вы можете определить, есть ли какие-то отклонения в доше, в балансе дош. Okay, for him, like what's the perception, like he's, in the future, in the upcoming years, he can expect some small neurological issues. Да, похоже, что у вас есть некая склонность, которая может проявиться в последующем в некоторых неврологических нарушениях, в неком неврологическом дисбалансе. So always try to maintain a warm climate and warm clothes and warm foods, warm water. Я бы вам посоветовал стараться находиться в теплой атмосфере, использовать теплые вещи, теплую одежду и есть теплую пищу. A slightly aggravation of vata we can feel along with the pitta. Мы чувствуем некий дисбаланс ваты. So this bodily digestion. И это может отразиться в нарушениях пищеварения. Okay. So it is very careful that to be maintain a warm temperature and completely avoid cold. То есть необходимо вам избегать холода, переохлаждения и стараться как бы находиться в теплом. Okay, these are details we should not share with the public. Конечно, мы не можем до конца раскрыть всех личных нюансов, это достаточно интимно, поэтому на этом основном. Thank you. What is now actually it's a vata and pitta. Vata и pitta у вас доминируют. Дисбаланс, да. So, are these doshas, is it something like stable or you can correct them? No, I mean we can go for the last session. The questions will be made in the last session. Давайте, наверное, к вопросам чуть попозже вернемся, да? Правильно? Сейчас закончим и вопрос. Да. Запомнитесь. Okay, let us see. After the Panchakarma main procedure, we'll see some of the important procedure we perform in Ayurveda. Также по... После осуществления панчакармы также осуществляются определенные процедуры. The very important thing is called shirodhara. Например, одна из разновидностей это широдхара. Oil pouring on the forehead. То есть это прокапывание лба. This can be either oil. This can be either oil, buttermilk. Milk and different decoctions. Таким образом, это может включать в себя различные виды растительных масел, также топленое коровье масло, различные целебные отвары или микстуры. It completely bring down your anxiety. Это должно свести на нет ощущение беспокойства. Reduce the stress. Понизить уровень стресса. And also improve the quality of the sleep. И значительно улучшить качество сна. The quality of the sleep is very important. See, if you go to the bed and you say, okay, I sleep for 6 hours or 8 hours, that is not the answer. If you go to the bed, you should be asleep without any disturbance, without any wake up between. For 6 hours is called ideal sleep, quality sleep. То есть, в действительности,
Когда мы говорим о качестве сна, мы не только рассматриваем количественный аспект, 6 или 7 часов. Нет, речь идет о том, что сон должен быть глубоким в течение этих 6-7 часов без каких-либо беспокойств. And we found that while performing this treatment, a lot of people sleep there itself. During the procedure, people sleep there itself. И в ходе того, что люди во время выполнения данной процедуры непроизвольно засыпают. Next procedure called Shirobhasti. Shirobhasti — это еще одна из процедур. And I don't want to tell about much about this. I have a person experienced person with me. И я не буду сильно останавливаться, поскольку у нас есть узкий специалист по данной тематике. Maybe he can tell a few words about the Shirobhasti to us, how he experienced. Может быть, он сможет поделиться своим опытом в этой области. Сейчас? Right now? Yeah. Да, пожалуйста. Да, мне есть. На сцену, да. Здравствуйте, Сергей Парганзов. Ну, смотрите, я, получается, три панчакармы прошу. Прошу панчакарму, потом рассаяну, это наложение организма, вот, как восстановление там, внутренних органов всего. И потом я опять пришел в Чикарму. И третий раз они не делали вот такую штуку, я никак не знаю. Я так его не запомнил. В общем, они делают такое, как тесто на голову, одевают корзину, да, чтобы масло не выливалось. И там где-то вот так вот, сантиметров 8, да, и наливают масло. То есть там уже больше литра, наверное, уходит, ну, вот на голову, да. Оно горячее. Такое, что на тело капает, и буду как бы больно, тоже горячее, а на самом деле голова не чувствует. И, ну, по моей конституции я как очень сильно склонен к, знаете, там, заморачиваться мыслями, там, грузиться, ну, такой я вообще, паника. Замыкаться, там, ну, и так далее, ну, так изначально у меня было. И вот эта вещь, она просто, ну, она, ну, в хорошем смысле взрывает тебе мозг, потому что очень сильное расслабление, ну, встаешь утром, как будто 5 лет сбросил, да, жизни, ну, в общем, вернулся на 5 лет назад, очищается, ну, в общем, и сознание твое, блядь, мешки уходят под глазами, это то, что так, внешне видимо, знаете, вот, ну, ощущаешь себя как ребенок, вот, легко, просто, хорошо, вот, что еще. И вот эта вот загруженность, да, общая такая, которая вот давит там нас все время, да, по жизни, там работа, там, и так далее, вы, вот она как бы уходит, ты легко совершаешь действия, ну понятно, у каждого будет по-разному. Но, в общем, они мне сделали, я подумал, что они мне только раз ее сделают, потому что там это было, они вообще там мастерят. И я был очень удивлен, что они на второй день мне то же самое сделали. И я после двух процедур, я понял, что я хочу еще. Я бы сделал это даже просто, ну, это уже, наверное, как реклама, ну, это как реклама может вам показаться. Но на самом деле это очень крутая штука. Я бы даже пошел, просто сделал. И я, ну, я потом спросил, ну, говорят, что я думал, то есть они мне сделали трипмент, ну, лечение, в котором было две таких процедуры, да. Вот. А может не быть их вообще, вот, или их быть больше. Ну, все очень индивидуально и по-разному. Это только вымасливают голову, вот череп? Нет, вот сделали такую корзину, да? Залили масло. И залили все? Масло, чтобы оно вот так вот получается по вот этой поверхности. Ну, тесто. И вот здесь вот масло, да, и сидишь, ну, минут... Ну, короче, если они вам сделают и скажут, что 10 минут все, вы не сдавайтесь, говорите, я хочу 20 посидеть, потому что, ну да, ну смысл, пришел, полчаса сделали эту корзину и только 10 минут. Это только масло делают, вот это? Масло, ну больше ничего. Не просто масло. Я не верил, в общем, еще одна такая важная тема, я не верил вообще в масло в целом. Ну, то есть, я думал, ну льют они масло, ну что-то масло может сделать. Да, ну у нас же в голове, как бы в СНГ все понятно, ну, мы знаем, что такое с маслом массаж, да? А больше мы как бы, ну и что, куда реально то масло? Оказывается, они его варят с травами специально. То есть они знают рецепт лично для тебя. Он мне померял вкус и сказал, что у меня хорошая память. Ну, то есть он сразу все говорит. И масло с травами проходит в лимфу, да, и потом идет глубочайшее очищение. То, чего мы не можем добиться ни массами, ни массажами, ни другими там средствами, там, когда нам делают обычное лечение. Вы на каждый год?
Или же, если я делать каждый год, Ивано-Франковск, Киев. Сейчас будет опять в Киеве. Вот, вот они устраивают, они в конце расскажут. До слушания. Спасибо. Well, we'll see some of the other treatments and we're about to conclude, like... Итак, мы уже подходим к заключительной части, заключительной бинотерапии. This is called Udvartana. That is called, we have experience with the oil massage. This is with the powder. Итак, Удвартхана. Итак, вы все наверняка знакомы с масляным массажем, но этот массаж делается при помощи специальных порошков, порошковый массаж. And this will be reduce the body fat. Это в первую очередь снижает количество жира в теле. Also it will be improve the metabolic rate. Это также улучшает обмен веществ в теле, метаболизм. And also it will reduce the stomach, it will reduce the thigh fat, extra fat in the body, it will reduce. Таким образом, это снизит, вот как я уже говорил, количество жира в различных частях тела. It's like a vigorous massage, very powerful massage. Таким образом, этот массаж, он очень такой достаточно энергичный, сильный и дает ощущение такой как бы сильной энергии. Next is called Pidichal. This is a very particular treatment of Kerala. И Pidichal это совершенно особая керальская методика. This will be a neurotonic. То есть это своего рода нейротоник. This will improve the blood circulation. This will... улучшает циркуляцию крови. This will improve the neurological circulation. Также улучшает движение нейронов в теле. It enhances neurological functions in our body. То есть фактически вот улучшает движение, циркулирование нейронов в вашем теле. So they will pour a hot or like a very warm oil on your body for almost an 1 hour continuously without stopping. И делается прокапывание маслом в течение буквально часа. Оно может быть теплое или даже более горячее, беспрерывно. And the next is called, next is a very typical massage with our specialty is called a massage with food. И есть также совершенно особый вид массажа при помощи ступней ног, не руками, а при помощи ступней ног. This we practice is to make the body shape in the olden days. To make the body shape. Это восстанавливает как бы тело, его форму. It's also very powerful, vigorous. А также является очень сильным и энергетически насыщенным массажем. And this man is also here. Вы видите вот человек здесь на картинке. So we are performing, we are supported with a rope on the top. То есть вы видите, что массажист, он использует такой вот своего рода трос, да, чтобы держаться. The leg will be going completely over the body without hand. То есть таким образом он использует исключительно ступни ног для осуществления данной процедуры без какого-либо вмешательства рук. So now almost we have finished. Now we'll see the effect of Panchakarma, how the Panchakarma affects in the body. Итак, мы практически подошли к концу. Какие же эффекты имеет Панчакарма? The first case in the psoriasis. Вот, пожалуйста, пример исцеления псориаза. This is the result. This is the cases they came with the first aid. Итак, вы видите, в каком был состоянии пациент до прохождения данной терапии. The duration of the treatment is 60 days. То есть данная терапия насчитывала 60 дней. The patient's cured completely with the new skin and видите, совершенно новая кожа. Perfectly cured. То есть достигнут результат полнейшего тотального исцеления. This you can see with the dates. This is the date the patient, same patient. This is like the second month we started the treatment. And this is the continuous dates, and this is the last date of result. И вот вы видите буквально по датам, как бы как снижается количество симптомов у больного. And this is like this is a very personal case I have attended. And he was working in Dubai as a driver. He smoked. Итак, это непосредственно
пациент, которого я, так понимаю, видел лично, он работал водителем в Дубае, вел не совсем здоровый образ жизни, злоупотреблял алкоголем, курением. His wife left him because of all these things. И в результате его жена оставила. This is 30 days treatment. Буквально 30-дневное лечение. And this was not the first picture. First picture was very worse. We cannot. Более того, чтобы вы понимали, это даже не первый снимок. Первый снимок был значительно ужаснее. Picture of 11th day. This is the picture of 31st day. Это 31 день. Вот вы видите. And these two cases, like this is the first attempt. See, these are the various parts. You can see. И вот вы видите. One, тоже. Two, three. This you can see the result. Вы видите в каком состоянии был пациент, видите конечный результат. This you can see the stomach part in this. Вы видите область живота. Псориаз. This is the stomach. You can see again the result. Вы видите его тоже. Wound formed because of a snake bite. Это произошло из-за укуса змеи. And this has been also gone with this leech therapy. Мы также использовали терапию при помощи пиявок. It's almost 4 months. 4 месяца заняло это. This is the very recent case we approached. A wound of almost 35 years old. Это рана 35-летней давности. 3 months. 3 месяца ушло. And you can see the last picture of. Вы видите последнее фото. I'm very happy to see we have to see the patient edge only online. We have seen the patient through online, and because they contact us through this corona time, we have seen through the WhatsApp. И более того, я хочу отметить, что это все было в онлайн режиме, потому что это было как раз во время пандемии. By 3 months, she is 65 years old. She is perfectly cured. 65 лет пациенту, и она была совершенно исцелена. So now we see. Now we have seen the disease case, and what will we do for the panchakarma for the healthy people? Итак, вы видели совершенно наглядным образом, как исцелялись пациенты в очень тяжелых состояниях. Что, какие блага может получить относительно здоровый человек? Like panchakarma is good for the people with the diseases and the doshas. Безусловно, панчакарма благоприятна для людей с нарушением, дисбалансом дош, с различными заболеваниями. Same like panchakarma is very effective for a preventive aspect. Но также панчакарма хороша как некое профилактическое лечение. Especially there is, if there is a family history of cancer, if there is a family history of cardiac problems. В особенности, если есть определенное неблагоприятное наследственное, связанное с заболеваниями, раковыми заболеваниями или сердечно-сосудистыми заболеваниями. In the family history of Parkinsonism. Если есть, например, дегенеративное расстройство были в семейной истории Паркинсона. In these cases, you can make use panchakarma as a preventive aspect to prevent. Таким образом, вы можете использовать панчакарму как вот такое мощное профилактическое средство. And it will make you, for example, it will make you healthy, it prevent the diseases because. И таким образом это сможет улучшить ваше здоровье и сможет предотвратить. По последующим заболеваниям. It removes the toxins from the body. По крайней мере, это выведет токсины из вашего тела. Also, panchakarma is actually as a preventive method. We find panchakarma is very good for the people who are suffering from the cancer also. И более того, панчакарма также подтверждает свою эффективность в лечении раковых заболеваний. So it's like almost every 8 seconds there is a death occur in a woman because of the breast cancer. И буквально каждые 8 секунд обнаруживается рак груди у женщин. Every 1 hour there's a death because of colon cancer. Colon cancer. Who? Death. Every 1 hour a death because of colon cancer. Каждый час обнаруживается рак кишки. Да? We don't know when it does. Да, да. We don't know when this comes. You feel you are healthy, you feel you are okay, you feel you are energetic. But when this diseases come to your body, we don't know. There is no. То есть фактически невозможно предсказать,
как, насколько внезапно у вас может проявиться то или иное заболевание, то есть может произойти достаточно быстро. And as if I know there is no preventive methodologies developed any system of medicine to prevent these autoimmune diseases. И более того, насколько мне известно, практически нету никакой профилактики заболеваний, связанных с дегенеративными автоиммунными расстройствами. But in Ayurveda, the methodology says, so in order to remove the toxins, make the body healthy, away from the toxins, you can do this panchakarma for healthy. Однако панчакарма при помощи выведения токсинов, она улучшает состояние здоровья пациента. So panchakarma rasayana means to prevent the old age, to maintain the health. Таким образом, панчакарма и расаяна, они также очень эффективны в том, чтобы замедлить процессы старения и дегенерации. This is a very big tool for Ayurveda, for the world, the present world. И это огромный дар Аюрведы всему миру, всему человечеству. So we are almost concluding. Now this session is open for questions. Мне кажется, что мы фактически уже подошли к самой заключительной части, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, давайте постараемся на них ответить. Yes. А вы не могли бы больше раскрыть вопрос замасливания лба для глубокого сна? Когда капать, сколько капель и что конкретно капать? Масло ги или можно там любое растительное масло, горячее? See, according to Ayurveda, each and every oil we are preparing has got different qualities. Итак, согласно Аюрведе, каждый вид масла имеет совершенно уникальными, обладает свойствами. If the body temperature is high, the oil is different. If the Например, если у вас есть склонность к тому, что температура вашего тела чуть-чуть повышена, да, то используйте один вид масла. If the sleep is less, the oil is different. Если, например, вы страдаете недосыпанием, используйте другой вид масла. If the neurological problem is there, the oil is different. Если есть какие-то неврологические расстройства, то также определенный вид масла. Да. So we have to consult the patient, we have to analyze. То есть это все делается путем диагностики и консультации. We can appropriately, we cannot say for Ayurveda. Each and every person is different individual for us. Вы должны понимать, что в действительности в Аюрведе совершенно индивидуальный подход к каждому пациенту. То есть мы не можем вот так вот как бы... We cannot say a common recommendation. Мы не даем каких-то общих совершенно рекомендаций. It's clear for you? Я надеюсь, это понятно. По маслу понятно. А вот сколько капель, например, и когда? Вечером, утром, когда вы капаете? And when it is going to... No, there is no drops. Речь идет не о каплях, просто каплях. There is no drops. I think there is a doubt with that. I can clear now. Just as you can. Сейчас мы вернемся вот к изначальной картинке. So, this is not drops. This is a continuous flow. То есть это прокапывание имеется в виду беспрерывный поток масла. If this flow stops, that means you are doing wrong. Если этот как бы поток приостанавливается, это значит, что что-то делается не так. From the starting to end, this flow should not be stopped. It should be continuous. И более того, это должно носить такой вот непрерывный характер. 30 to 45 minutes is the correct time. И так от 30 до 45 минут эта процедура длится. Clear? Okay. Я надеюсь, что это стало более. Next, anything else? Other questions? Еще следующий вопрос. She was the first one. Yes. Да, пожалуйста. Питання таке, що такі досить складні хвороби, і от цікаво після процедури панчакарма, наскільки довго зберігається цей ефект, чи він здатний втрачатися.
якби вивернення цієї ж хвороби, чи вже розписується окремо, не знаю, дієта, спосіб життя, чи все-таки треба повертатися знову до наступної процедури панчакарма? Я хотел бы отметить следующее. So panchakarma is cannot done with your own interest. It should be under a very clinically medical supervision. Самое важное, что хочется отметить, что вы не можете, скажем так, не рекомендуется практиковать панчакарму при отсутствии квалифицированного специалиста. Because diet, actually, diet and panchakarma, during some of the treatment you are completely have to relax, some of the treatment you can move a little bit, so we recommend. То есть, и образ жизни во время прохождения панчакармы, он также совершенно индивидуальным образом, в зависимости от процедуры и так далее, корректируется вашим терапевтом. During the panchakarma, your digestive power will be come down. Digestion will come down during the panchakarma. И более того, come down means slow. It's less. It will be not so efficient. No, it will be less during the panchakarma. The digestion will be very less. You don't feel appetite. И надо отметить также, что процесс пищеварения будет как бы ослаблен у вас во время панчакармы, и вы не будете испытывать голода. So we give very slight food, very light breakfast or light. Поэтому рекомендуется совершенно особая диета, да? То есть она должна носить такой достаточно диетический легкий характер. We stop meat taking, we stop all other heavy foods. То есть таким образом рекомендуется избегать мясных продуктов или каких-то тяжелых для пищеварения продуктов. So very clear one point. It should be under a very clinically efficient doctor. Но самое как бы ключевое здесь, это должно безусловно происходить под руководством очень квалифицированного специалиста данного. You cannot do it yourself. Вы не можете делать это самостоятельно. Look, short function is after. So just to prolong the effect, can you just go back to your normal lifestyle? Yes. Or it needs correction, or correction of the jars and so on. But our eyes. То есть еще раз вот как бы чтобы было всем понятен вопрос, да? То есть имеется в виду не во время панчакармы, да? Корректирование идет образа жизни, а уже впоследствии, то есть насколько длительный может быть эффект, можно ли его как-то продлить при коррекции образа жизни и при коррекции своей диеты. For all Ayurveda Panchakarma, how many days you take? Maybe you take 10 days, maybe you take 40 days. Во-первых, необходимо здесь определить длительность, да, процедур панчакармы, то есть сколько это дней? Несколько, 10 дней, 45 дней, тогда 60 дней. And half of this duration, we recommend them to take a very careful lifestyle. Half of, for example. По крайней мере, вот в течение вот этой первой половины необходимо следовать определенному образу жизни. Like exercise, what we reduce, we ask them to reduce. Мы должны, скажем так, уменьшить свои нагрузки на свое тело. Then slowly they can come to the old line of thinking, old line of. И постепенно человек может вернуться к более обыденному, скажем так, образу жизни. But some of the recommendations, like we ask them to wake up in the early morning, go to the bed at the early, these things they have to implement in their lifelong. Mm-hmm. Wake up early. Sleep at night, early night. Mm-hmm. That is a recommendation good for the health. И как минимум мы рекомендуем пациентам придерживаться определенного режима и распорядка дня, то есть это подразумевает ранние отходы ко сну и ранние подъемы утром. Also, one more point I will add, that means if you have a problem with a disease, if you have come with a pandurin taking panchakarma for a disease, then it will be cured.
and then we give some recommendation to in order to the to have the remanifestation of the same diseases. Да, и безусловно, конечно, если вы использовали практику панчакармы для исцеления совершенно конкретного заболевания, то, конечно же, мы в последующем даем рекомендации, которые помогут вам избежать рецидива данного заболевания в будущем. Okay. Okay. Any other questions, please? Господа, у нас время... Давайте последний вопрос, и все следующие вопросы мы будем задавать там, потому что у нас следующий лектор. So, final question, and next question we will do that. Pancharma normally will, the contraindications for pancharma is actually there is some serious heart diseases. То есть в первую очередь противопоказанием является серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Some types of fever. Также это наличие очень высокой температуры, например. Some course of long-standing indigestion. А также при наличии очень какого-то длительного нарушения пищеварения. Если человек истощен, скажем так, очень худой, то также ему не очень рекомендуется панчакарма. During any course of he is affected with any infection disease, person like that also. Если человек находится с какими-то определенными инфекционными заболеваниями. These are the contraindications you say, but you see, we analyze it each and every time. Конечно, мы не можем в таком ограниченном формате перечислить абсолютно все противопоказания. То есть это достаточно индивидуальный процесс. Спасибо, доктор Вену. Возможности нам выступить. Все индивидуальные вопросы мы сможем еще полчасика, мы еще здесь будем, где-то вот под навесиком найдем место, сможете подойти ко мне, я приведу, и вы